Всем привет! Я думаю, что ни для кого уже не секрет, и вы все знаете, что при Севастопольском театре юного зрителя работает детская театральная студия. Со многими педагогами студии вы уже знакомы. А сегодня я хочу вам показать, как начинается каждый урок хореографии в студии. Конечно же, с разминки! Вам понравилась эта разминка, и я приглашаю вас делать ее каждый день, только обязательно учтите, что каждое упражнение нужно делать в 2, а то и в 3 раза дольше и больше. Это такой экспресс-вариант для видео. Спасибо, присоединяйтесь к нам, будьте с нами, занимайтесь и учитесь вместе с Севтюзом. Пока-пока!